Сейчас есть вот эта общая ситуация взаимных претензий, есть информация о попытках изолирования нашего государства, политика санкций. Это, конечно, мешает. Но, насколько я знаю, на уровне специалистов, на уровне экспертов идет диалог по обмену опытом. Я знаю, что такой диалог разворачивается с научно-исследовательскими учреждениями Франции, Германии, других европейских стран, потому что, в принципе, проблемы общие. Да? Что мы подразумеваем под интеграцией, адаптацией? Если мигрант приехал просто заработать, то это одно понятие вкладывается. Если он приехал для того, чтобы интегрироваться, остаться в стране, да, здесь другие меры, другая политика должна быть. Беженец – это третья ситуация. Вопросы расселения, анклав, не анклав. Конечно, здесь много общих вопросов. Вопросы гражданства и так далее. И в этом отношении все-таки диалог между специалистами идет. Но есть еще такой большой ресурс, как народная дипломатия. Я думаю, что мы учитываем опыт, так же, как и Европа, все больше и больше, или с большим вниманием присматривается к нашей практике, где тоже есть много полезного.